Меня зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. Яви, спасибо за информацию. Главное, помни, тут тебе не город. Будь осторожен. Привет. Привет. Я проверяла подвеску. Ну ладно, в другой раз. Ну что, как спалось? Нормально. А ты? Отдохнула более-менее? Тебе ночью кошмары снились. Ты кричал. Серьезно? Не парься, мне не привыкать. Мич и Скорпион, когда вернулись с войны, орали во сне каждую ночь. Ты придумала что-нибудь? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. А, микроволновая электростанция? Ну да. Надо туда звалиться. Угу. Ну, допустим. А потом что? Потом? Потом бахнем электромагнитным импульсом по Ави. Ну, давай бахнем. Как только оно окажется в зоне поражения, мы вызовем короткое замыкание. У них на борту все повырубается. В смысле, двигатели тоже? Абсолютно все. Без исключения. Двигатели, навигация, связь, все. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? А не пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего это ты взял? Хотя нет, погоди. Бестия, Нэш, стилеты. Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Сам директора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике, в черном мешке. Труп? Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас приедем к дамбе и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностика. Черт. Все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься, панам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. Это не вирус, просто вредоносная программа.
Заебывает. Но жить можно. Мудила. Это как-то повлияет на калибровку? Посмотрим. Ну что, была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью. Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Ага. А как будем снимать движущиеся цели? Пушка откалибрована. У тебя будет поддержка системы. Только следи, чтобы отдачи тебя с машины не унесло. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место, оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации, нападение на транспорт корпорации, похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что ты намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Если что, я гоняюсь за Хельманом не для того, чтобы подложить свинью Арасаки. Это вопрос жизни и смерти. Моей жизни. Если что, ты за ним гоняешься из-за Арасаки и их грёбаной железки. Какая разница, какие у тебя мотивы? Цель оправдывает средства. И твоя цель – выжить. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука — это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Так антенны идут по всей магистрали. Угу. И это нам на руку. Они же все связаны. Нам надо просто поковыряться в коллекторе. Пойдет цепная реакция, и будет импульс от всех антенн. Ави попадется как муха в паутину. Нам останется только ударить импульсом в нужный момент. Тогда пошли ударим. Когда приедем на станцию, я проложу обвод для детонатора, а ты перегрузишь системы. Окей, перегрузи систему. Это я хоть сейчас. Надеюсь, там ничего сложного. Я прав? Вроде нет. Просто выкрутишь все на максимум и все. Или сильнее, если получится. Ладно. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. Отлично. Поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Просто ты придумала крутой план. С этой электростанцией, сетями, системами и импульсом. Ну так... Главное, какой у тебя подход? Я действую по правилу 3R. Это что вообще? Разведка, разработка, реализация. Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай три вещи. Сперва разведай, какие будут трудности, и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учетом этих двух переменных. Возьми то, что есть, найди то, чего не хватает. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Тебе надо придумывать принты для футболок. 3R – это все, что нужно тебе для счастья. Но иногда еще пивка холодненького. А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. А ты что думал? Я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блять, ну вот. А я уже почти поверил. С тобой не соскучишься. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей, я готов.
Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель Ви. Я подключу детонатор. Давай! А, блядь! Терпим. Дышим. Черт, Панам! По-моему, мы переборщили. Жить будешь. Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя елка. Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум. Зашибись! Съебываем, пока нас тоже не поджарило. Чивом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тут плед и позагорать. Уже крем для загара достал. Я серьезно. В следующий раз мо... Джонни? Джонни! Твою мать! Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Понял. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. М? Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? Взрывы — это прямо то, что доктор прописал. Но ты прям читаешь мои мысли. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Вот оно! Летит с Пасифики! Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай! Бум! Готово. Черт, что, что такое? Происходит? Супер. Просто супер. Попали! Панам, двигатели еще работают! Они сейчас уйдут! Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать! Минутку. Панам, ты что вытворяешь? Теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нормально. Ха, после такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты засек их? Прием. Ага. Ави без маркировки. Теряет высоту. Это Митя Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может, батарея Митя Скорпион, это по нам. Не трогайте это Ави. Повторяю, не трогайте это Ави. Ага, еду.
Придется начать праздник без... Это Кандау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпорат. Черт, меня не слышно. Импульс убивает частоту. Три сигнала на радаре. Дроны. Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Хера лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с Митчем. Блять, ты заела, что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заела. Вот. Они у нас на хвосте, Панам. Знаю. Гребаные защелки не открываются. Еще чуть-чуть. Панам! Да ничего со мной не будет. Вот так нормально. Еще часик протяну. Часика хватит. Упал! За этим холмом! Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! Панам, все нормально? Долбаный рикошет! Ты как, жива? А то, живее всех живых. Чувак, ты где? Ага. Алло, Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебануться! Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Ви, с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. И Митча. Просроченный. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. Погнали. Подключишься к визору? Угу. Ви... Если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли, знаю, я... знаю. Подключился. Беру управление. Боевые дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Черт. Ви, это плохо кончится. О, нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан? Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Митч! Он жив! Их взяли в плен! О, нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан? Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Ви, а если... Спокойно. Мы пока гранатами... ничего не... Может, сначала надо туда добраться. Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила! Это все из-за меня! На кой хер они поехали за этим Ави? Бараны! Наверное, Хельмана держат в Ави. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Блядь, тебя уже разнесли. Что ты мне втираешь? Это царапина. Мы разнесем гранатомет, тогда я попробую... Нет. Ты ждешь в машине. С такой раной только мешать будешь. Что за хуйню ты несешь?
Там мои друзья! Слушай, я дам знать, когда разберусь с их артиллерией. Тогда ты прикатишь и мне поможешь. Идет? Да, так точно. У меня есть винтовка Митча. Постараюсь хотя бы прикрыть тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел. Все чисто. Еду к тебе. Открывай дверь, я тебя прикрою. Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, спокойно! Бросайте оружие! Мы можем сделать так, что никто не пострадает! Мы вызвали подкрепление! Пиздец! У тебя последний шанс уйти живым! Серьезно, давай договоримся! Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти, банан. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Митч! Митч! Он жив? Банан, прости меня. Я не успел. Нет! Нет! Ты уверен? Нет, он... Дерьмовая история. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом... Давай вернемся к нашему делу, а? Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин.
Панам, смотри. Ситуация неприятная, но мне надо догнать Хельмут. Ты обещала мне помочь. Это еще в силе? Я всегда держу слово. Мич, я найду этих тварей. Обещаю. Приезжайте, я позову наших. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Возьмем байки. Кантао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. Панам, ты же вернешься за машиной? Вик, надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Слушай, насчет твоего клана, твоих друзей, я понимаю. Так что? Поехали по ним. Я не могу. Эти ребята были тут! Так, поехали за ними. Скорпион говорил, мне будет плохо. Он так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда место чертеет город, мы находим консерву. Поддержим для нас вход из списка и поедем туда глаза видят. Хотел бы на большом свете. Клево. И я бы так хотел. Тут только старый бетон и ржавые железки. Если они хотели отсюда предупредить своих, их ждал большой. Осторожно, за фургоном сидит снайпер! Пригнуться! Чего так слабо-то? Вижу снайпера, прячься! Долбаный киберпсих! Подставился, сдох! Ви, раскочегаривайся, пока нас не уложили! Thank you.
Не стреляй! Солдаты забрали Хельмана с собой. Если они перегруппируются и вызовут подкрепление, нам пизда. Тогда ускоримся. Это одна из наших, из их машин. Давай подъедем ближе. Тут, наверное, больше можно не искать. Хватит, тут никого нет. Надо проверить, куда Кантао его забрал.